Ульяновской области создадут резолюцию по поддержке садоводов. Документ станет итогом работы профильного всероссийского съезда. Хозяйства растут, садоводов становится все больше, соответственно, растут и проблемы. Ремонт дорог в СНТ, передача электросетевого хозяйства, сбор членских взносов. На каких проблемных местах развития инфраструктуры садовых обществ стоит заострить внимание, выяснили на пленарном заседании. У нас практически сейчас по стране нету брошенных участков. То, что годами мучило проблематикой своих всех садоводов. А людям нужно на самом деле помогать, не мешать. Потому что садоводы, они сами организовывают свой участок. Впервые съезд проходит не в Москве, а в одном из регионов России. Ульяновскую область выбрали, потому что садоводческое движение здесь особенно развито. На пленарное заседание приехали представители 70 регионов страны, от Сахалина до Калининграда. Обсудили не только достижения отрасли, но и проблемы, которые стоят перед садоводами. Решать их планируют сообща. Я думаю, что законодательство будет подкорректировано таким образом, чтобы учесть интересы всех. Для нас, для Ульяновской области, конечно, проблемы садоводов очень важны, и мы будем уделять этому огромное внимание. В Рио губернатор Алексей Русских предложил поддержать садоводов новыми субсидиями. Бюджетные средства пойдут на газификацию, ремонт и строительство дорог, а также на выполнение комплексных кадастровых работ в границах садоводства. Сегодня мы уже имеем определенную программу не только развития инфраструктуры, но мы уже задумываемся о развитии, скажем так, на весь период садоводческого сезона, так называемых досуговых программ Минкультуры, Министерства спорта, ну и, конечно же, Министерства здравоохранения по нашей программе «Будь здоров, садовод». Мы уже не первый год эту программу проводим «Будь здоров, садовод». Она пользуется действительно большой популярностью среди садоводов. Приятным сюрпризом на заседании стал подарок от нашего земляка, российского художника Никаса Сафронова. 40 саженцев молодых яблонь участникам передал член Совета Федерации Сергей Рябухин. Я думаю, что завтра участники съезда, я передаю вот это. Да, спасибо огромное. Великолепный. Будет такая аллея яблоневая. В бюджете региона заложены средства на благоустройство и ремонт СНТ. На данный момент в регионе насчитывается 500 тысяч дачников. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.